Водная стихия была и остается самой притягательной для человека, независимо от возраста. Во дворце водных видов спорта услуги бассейнов в числе самых востребованных как индивидуально, так и в комплексе с другими здоровье-восстанавливающими технологиями. Среди самых популярных – 50-метровый бассейн. На голубые дорожки здесь выходят те, кто уверенно чувствует себя в воде. Я хожу 2 раза в неделю. Нравится тем, что здоровье становится лучше, спина не так болит. И вообще нравится все здесь. Тепло, во-первых. Что еще? Условия хорошие, я бы сказала. Красиво, удобно. 25-метровый бассейн предпочитают новички и поклонники аквафитнеса. Это оздоровительное направление подходит всем без исключения. Под руководством опытного наставника несколько таких занятий не только помогут привести фигуру в порядок, но и вернут уверенность в себе. К слову, во дворце водных видов ценят каждого посетителя, поэтому зеркальная гладь самого маленького из 3 плавательных бассейнов «Малютки» специально для самых юных. Его облюбовали малыши не только для занятий с родителями, но и для первых самостоятельных экспериментов на воде. Самое легко заниматься с детьми, которые уже с нуля, потому что они еще не понимают, что они делают, но они автоматически, то, что у них это прирожденный рефлекс в воде находиться, они это все делают легко, не сопротивляясь. И с возрастом, если они будут продолжать заниматься, им легко научиться вот этому всему, потому что многие дети, которые уже с 6, например, там постарше приходят, они боятся, у них страх воды, опустить лицо в воду, сделать эти выдохи в воду, для них становится это тяжелее. Чем младше, тем легче. Услуга плавания младенцев сегодня набирает обороты. И во дворце водных видов спорта готовы принять всех желающих. Семейные занятия положительно влияют и на здоровье малышей, и на самочувствие родителей. Мы ходим с 5 месяцев, но с тренером попали только вот с этой осенью, с Ольгой Владимировной. Вот. Очень нравится, водичка нравится моему сыну. Вот. Никита, тебе нравится? Да, вот, правда, не все выполняет, что хотелось бы, но ребенок, он хочет баловаться немножко занимается по правилам, поэтому вода комфортная, условия очень комфортные. Тренирует иммунную систему, это в первую очередь, дыхательную систему, так как в воде мы делаем выдох, это тренируется наша дыхательная система, так как у нас дети часто болеющие, поэтому вот эта вся процедура нахождения в воде, она облегчает все заболевания и иммунитет укрепляет, и осанку укрепляет. Многие дети с проблемами нынче, с плоскостопием, со сколиозом, однозначно им нужно посещать бассейн. Спектр услуг спортивно-оздоровительного мультикомплекса Дворца водных видов спорта представлен несколькими тренажерными и фитнес-залами. Сегодня фитнес не просто увлечение, это целая философия. Опытные тренеры собрали самые эффективные и результативные занятия для женщин, которые любят свое тело. Профессионально укомплектованные тренажерные залы Orange и Light оснащены самым современным оборудованием. Внимательные инструкторы всегда готовы ответить на любой вопрос и оказать поддержку. К слову, только во Дворце водных видов спорта после тренировки можно сразу отправиться в бассейн или сауну. Банные процедуры помогут завершить процесс оздоровления, эффективно восстанавливая организм в целом. У нас многие молодые мамы, которые водят своих деток в бассейн, с удовольствием совмещают время и пользуются услугами фитнеса, услугами тренажерного зала для женщин, либо просто ходят на акваэробику или плавают. По сути, и папам есть куда пойти, я опять же повторюсь, про бильярдный клуб, и может быть просто отдохнуть в холле, ожидая своих детей. То есть комплекс наш услуг позволяет действительно провести, используя время всей семьей. Важное место в линейке услуг – кафе «Версаль» и гостиничный комплекс «Акватель». Это не только удобное расположение в сердце Дворца водных видов, но и демократичные цены. А еще комфорт, безопасность и достойный сервис 19 номеров гостиничного фонда. К услугам гостей уютные 1-, 2- и 4-местные номера со всеми удобствами, общей вместимостью 39 мест, из которых 5 – повышенной комфортности. Те, кто предпочитает ненавязчивый сервис за небольшую плату, оценят услуги хостела, рассчитанного на 24 места. К слову, все гостиничные номера «Аквателя» оборудованы системой кондиционирования. В этом дворце видов спорта уже 2-й год, но впервые нам предоставилась возможность здесь проживать.
Здесь очень удобный комплекс, удобный для спортсменов в плане того, что мы здесь и занимаемся, дети проводят и тренировку, и соревнования, и проживание, и питание. Просто все очень-очень удобно для спортсменов, для родителей. Нужна качественная экипировка для физкультуры и активного отдыха на воде? К услугам гостей и посетителей магазин спортивных товаров известного российского бренда MedWave. Компания – официальный партнер Дворца водных видов спорта и ежегодно проводит в Бресте международные детские соревнования по плаванию MedWave Challenge, которые проходят 4 этапа и объединены в общий турнир. В фирменном магазине представлено порядка 3000 единиц продукции. Товары высокого качества в сочетании с демократичными ценами делают продукцию MedWave незаменимой для занятий на воде. Мы стараемся соответствовать тому, чтобы каждый посетитель нашего центра смог получить услугу питания, чтобы он смог остаться после тренировки отдохнуть, чтобы мог воспользоваться услугами бильярдного клуба. Также у нас есть своя гостиница и загородная база отдыха. Поэтому наше сооружение является одним из комплексов, который предлагает жителям нашего города большой спектр услуг. Вы еще решаете, где провести спортивный выходной с друзьями или семьей? Хотите вернуть телу и душе бодрость и красоту? Во Дворце водных видов спорта вам предложат целый комплекс услуг и подберут удобное время, потому что здесь знают, как сделать человека здоровым и красивым.